Добрый день, Павел Александрович. Добрый день, Михаил Юрьевич. Давно мы с вами не встречались, не обсуждали проблем, связанных с теми законопроектами, теми законодательными инициативами, которые сегодня рассматриваются в нашем парламенте. Думаю, что время пришло. Вовсю уже в работе парламента и в весеннюю сессию уже какие-то документы приняты, какие-то на рассмотрение. Я бы хотел предложить нам сегодня вернуться к этой теме нашей программы «Читаем законы» и пообсуждать то, что сегодня актуально для России. Да, можно, конечно, обсудить эту тему, тем более, что за прошедшее время с нашей последней встречи депутаты создали достаточно много законодательных инициатив. К сожалению, не все из них позитивные, не все из них хорошие. Более того, сегодня, наверное, говоря об этих инициативах, об этих законопроектах, придется больше говорить о негативном, о плохом, потому что так складывается, что когда идут какие-то позитивные нормы, позитивные законопроекты, ну, они все очень умеренные, они фактически, ничего не меняют или почти ничего не меняют. А негативные идеи, негативные какие-то шаги, к сожалению, создают действительно заметные риски, и приходится их обсуждать. Тогда, может быть, и перейдем прямо непосредственно к самым актуальным, которые на сегодняшний день на вас. Давайте поговорим. Некоторые из них, может быть, не создают очень серьезные проблемы, но они показывают такую общую тенденцию, которую нужно понимать, нужно быть в состоянии на нее ответить, и нам, как общественникам, и родительской общественности. Прежде всего, хотелось бы упомянуть о том, что на рассмотрении в Государственной Думе сейчас лежит уже принятый, если мне память не изменяет, в первом чтении законопроект, внесенный правительством Российской Федерации. Законопроект называется «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Этот законопроект, он уже внимание общественности привлекал тогда, когда первый вариант его текста на общественное обсуждение выставлялся Министерством внутренних дел, которое его и готовило. И уже тогда в этом законопроекте было очень много проблем. То есть фактически такая профилактическая направленность этого законопроекта, вроде бы профилактика преступлений, задача хорошая, но создает очень много возможностей для вмешательства в частную жизнь вообще граждан, людей, в том числе и в частную жизнь семей. И, к сожалению, хотя немножко был доработан и улучшен этот текст к внесению его в Государственную Думу, и тот текст, который принят в первом чтении, содержит огромное количество проблем с этой стороны. Прежде всего, создаются очень серьезные риски, что государство в лице различных чиновников, в лице различных субъектов профилактики правонарушений начнет очень активно вмешиваться в частную, в семейную жизнь под предлогом профилактики. Здесь хотелось бы маленькую такую сделать ремарку. Дело в том, что когда в России говорится о профилактике правонарушений, и это касается и профилактики правонарушений детских, и профилактики правонарушений взрослых, мы говорим о трех видах профилактики. Да, их называют специалисты: первичная, вторичная, третичная профилактика. Вот первичная профилактика – это создание такой среды, такого общественного состояния вещей, инфраструктуры, среды, в которой преступлений просто становится меньше. Например, в случае профилактики правонарушений детей – это создание кружков, секций, досуга подросткового, то есть условий, в которых дети заняты, у них не возникает проблем. То есть это речь о создании некой такой фоновой обстановки, или, иначе говоря, еще это предложение людям, которые живут своей обычной жизнью, каких-то ресурсов, которые позволяют им не попадать в те ситуации, которые вызывают к жизни правонарушения очень часто. И в случае, например, с профилактикой правонарушений взрослых, конечно, самое серьезное, что может делать государство в этой сфере, это создавать социальные и экономические условия, в которых люди могут нормально работать, нормально зарабатывать, нормально существовать, если они этого хотят, и в которых не возникает, скажем так, экономического принуждения людей к каким-то дурным поступкам или каким-то депрессивным состояниям. И это очень важно. Вторичная... Не только экономический, так я понимаю, все-таки. Да, совершенно верно, совершенно верно. Вторичная профилактика, второй вид профилактики, это когда государство считает, что этот человек может совершить преступление или правонарушение, и оно вмешивается в его существование, чтобы этого не допустить.
И третичная профилактика – это профилактика, это по факту случившегося, это предотвращение рецидивов. Да? Угу. И вот самой большой проблемой, на самом деле, с точки зрения защиты прав семьи, защиты прав граждан, является вторичная профилактика. Первичная – это замечательно. Третичная – это необходимо. А вот вторичная – это проблема. И здесь можно привести пример такой, очень связанный с такой проблемой серьезной для нас, как, например, отобрание детей, оценка рисков причинения вреда ребенку. Вот сейчас, например, есть организации, тот же, например, Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, которые продвигают современные методы оценки риска получения ребенком вреда, причинения ребенком вреда. Здесь вообще вот эта тема оценки рисков и пропагандируемая сегодня, по сути, безосновательно тема и лоббируемая такая в общество вталкиваемая идея о том, что семья находится в постоянном каком-то состоянии риска, да, что семья – это вообще объект риска. Вот эта внутренняя как бы вот философия, да, вот она как раз сегодня, мне кажется, очень безосновательно навязывается обществу. И вот в этом... Я не раз говорил и говорю постоянно в разных аудиториях, что тема вот этой превенции, так называемой предотвращения, профилактики, особенно вторичной, это на самом-то деле просто оправдание широкого вмешательства в частную жизнь без реальных оснований. То есть, если мы с семьей берем ситуацию, ну просто представим себе, вот допустим, я живу рядом с соседом, у меня там сосед, не знаю, Иван Иванович Иванов, который регулярно шумит по вечерам и говорит со мной грубо. И я обращаюсь в милицию и говорю, что я боюсь, что этот сосед набьет мне физиономию, причинит мне, совершит уголовное правонарушение под названием побои, да? Вот, или нанесение легких телесных повреждений. Значит, милиция, представим себе, да, ситуацию, полиция приезжает к этому человеку, оценивает риск нанесения побоев, и если считает, что риск нанесения побоев серьезен, его забирают и сажают в тюрьму в целях недопущения преступления. Это абсурд. Ну, в общем, да, да, в отношении взрослых почему-то это не рассматривается. Почему-то как бы ситуация, когда то же самое происходит с ребенком, еще не совершено правонарушение, ребенку не причинен вред, а мы оцениваем риски и смотрим, оставить ли ребенка в семье, не оставить ли, вот этот абсурд подход почему-то рассматривается как профессиональный, как современный, как нормальный. Это не российский такой подход, да, то есть это как раз то, что... Нет, это подходы, которые выработаны в системе защиты детства, даже скорее американской исходно, да, чем европейской, такие англосаксонские подходы. Угу. Но сейчас... Они тоже достаточно распространены сегодня. Сейчас, возвращаясь, да, вот к теме конкретного законопроекта, он, конечно, посвящен не профилактике правонарушений в семье, а вообще профилактике правонарушений. И в первом варианте этого законопроекта, ну, во-первых, меры профилактики различные, конкретные, в том числе связанные с вмешательством в жизнь человека, они никак не были четко описаны, да, что вот в этих случаях можно вот это делать, в этих случаях вот это, вот здесь это делать нельзя и так далее. Там просто был перечень этих мер. И, в общем, это так и осталось. А главное, такие категории, например, как лицо склонное или лицо способное к совершению правонарушений. Оно, конечно, в нынешнем варианте текста исчезло. Но вот, например, термин лицо, поведение которого носит противоправный или антиобщественный характер. Что такое антиобщественный характер? Очень неопределенная, да, формулировка. Человек, который живет не так, как все. Например, вот, ну, богемный художник, который при этом никаких правонарушений не совершает. Он как? Носит антиобщественный характер или общественный? Непонятно. Да? Такие, например, термины, наиболее опасный термин. Лицо, способное стать жертвой преступления. Да? То есть понятно, что применение профилактических мер в отношении лиц, способных стать жертвой преступления, открывает просторы для применения профилактических мер кому угодно. А дальше уже вопрос. Одно дело, когда это применение профилактических мер, это сунуть, например, в почтовый ящик информацию о том что я себя неправильно веду, что как мне лучше поберечься, лучше не ходить по ночам по таким-то улицам, да, и вот телефон, куда вы позвоните, если у вас будут проблемы, или это будут какие-то другие профилактические меры. И понятно совершенно, что ребенок, особенно в том дискурсе, который насаждался, да, у нас в обществе в протяжении последних лет, это однозначно лицо, способное стать жертвой правонарушения, лицо, способное стать жертвой преступления. То есть сфера для вмешательства именно в семейную жизнь открывается очень серьезная при такой терминологии. И мы, конечно, считаем, что все вот эти понятия расплывчатые, которые создают на самом деле, а мы помним с вами, что в определении
коррупции в российском законодательстве входит не только получение взяток, но и слишком широкое неопределенное применение властных полномочий чиновниками. Вот, конечно, простор для таких применений властных полномочий субъектами профилактики в этом случае открывается очень широкий. И, конечно, этот законопроект надо серьезнейшим образом дорабатывать, чтобы... Правильно ли я понимаю, что в этом законопроекте основной проблемой является широта толкования тех или иных определений или тех или иных вводимых широта понятий? Толкования тех или иных определений и отсутствие четких критериев возможности применения тех или иных мер, связанных с профилактикой. Еще раз подчеркну, что если бы этот закон был направлен прежде всего на систему, на создание системы первичной или третичной профилактики, вообще вопросов бы не возникало. Но этот вопрос, этот законопроект включает в себя в том числе и какие-то меры принудительного характера, например, без определения того, на каких основаниях эти меры могут применяться. Например, надзор полицейский, да, на каком основании он может применяться, в законе не написано. Понятно, что, скорее всего, подразумевается, что он применяться будет в тех условиях, которые, в тех случаях, которые предусмотрены уголовно-правовыми нормами, но точно это нигде не указано, и это создает очень серьезные проблемы. А предполагается ли под этот закон подписывать какие-то правовые акты под него, чтобы разъяснять вот эту ситуацию? Ну, конечно, любой законопроект, рабочий, любой закон, он подразумевает создание нормативного правового акта под закон. Как раз регулирует эту ситуацию. Как представляется, дело в том, что вот эти рамочные законодательные нормы, они все равно не должны быть широкими, они должны для подзаконного правотворца создавать рамку четкую, которая указывает ему, в каком направлении двигаться. Uh-huh. И у меня возникает более того, получается, ситуация очень важная, что ведь закон обсуждается, он широко обсуждается, а подзаконные акты, они могут приниматься на местном уровне вплоть до того, Но они сейчас тоже обсуждаются, по крайней мере, федеральные. Да? И здесь как раз получается, что на местном уровне, очень мало кто в этом участвует. Да, на отраслевом уровне могут быть приняты нормы, которые как раз... И мы знаем на практике, например, с теми же порядками отобрания детей, например, да, что принимаются очень часто нормы, которые прямо противоречат даже существующим рамочным нормам федерального закона. Их не опротестовывает ни прокуратура, ни общественность, потому что просто никто сильно не обращает внимания до поры до времени. Ну, то есть до тех пор, пока не возникло какого-то прецедента яркого и так далее. Создается, к сожалению, впечатление, что этот законопроект просто не сбалансирован. То есть его разрабатывало МВД под себя, и, естественно, в этом смысле прописывать старалось все самые широкие полномочия. И, к сожалению, когда такие широкие полномочия не сбалансированы никакими ограничительными нормами, да, они присутствуют, это просто банально создает угрозу формирования того самого полицейского государства, которым нас так часто пугают. И вот здесь, в данном случае, это, к сожалению, реальная, да, реальный риск и реальная угроза, а не просто какие-то рассуждения. Какие еще вот из положений этого закона, на ваш взгляд, являются такими, ну, наиболее вопиющими, кричащими? Я думаю, что вот то, что я перечислил прежде всего, да, то есть это отсутствие четких узких условий применимости мер, связанных с вмешательством в частную жизнь человека, и это слишком широкие понятия, слишком широкие неопределенные рамки, которые вводятся этим законопроектом. Вот. Значит, помимо этого законопроекта у нас есть еще целый ряд серьезных таких и менее серьезных. Еще одно уточнение, Павел. Вот этот законопроект, он сейчас находится на стадии обсуждения. Он сейчас находится в Думе. Он уже обсуждение на уровне МВД прошел. И мы тогда направляли, кстати говоря, свой отзыв на этот законопроект. К сожалению, он практически не был учтен. И на данный момент он как минимум в первом чтении уже принят. И значит, что концепция этого закона, законопроекта, она принята Государственной Думы за основу. И сейчас на этом этапе нужно направлять депутатам Государственной Думы, профильному комитету, заинтересованным общественным организациям, экспертам свои мнения, свои суждения с тем, чтобы этот законопроект мог быть доработан. А вы сделали какое-то вот экспертное заключение по этому вопросу? Если к чему подключаться сейчас общественным организациям? Мы готовим сейчас это заключение. К сожалению, очень много, большой спектр работы сейчас, поэтому не всегда успеваем отрабатывать все сразу. Угу. Есть старая наша заключение на предыдущую версию, но оно, конечно, уже не полностью соответствует новому тексту, это надо понимать. Но самое главное, что мне кажется, что просто общественники должны познакомиться с текстом этого законопроекта, и, по крайней мере, вот эти базовые вещи о том, что он очень широк, что это недопустимо, стоит писать законодателям, чтобы они могли включать в работу своих экспертов, привлекать общественников и так далее. Вот. Следующий проблемный законопроект, с которым мы сейчас имеем дело, это законопроект, внесенный прежде всего депутатом Максаковой в Государственную Думу. Мы про него уже с вами
как бы общались, говорили. Это законопроект, связанный с попыткой отменить запрет пропаганды гомосексуализма детям. Угу. Не буду сейчас подробно. Ну, там завуалированная форма, то есть как будто бы не об этом разговор. Якобы, да, якобы речь шла о запрете пропаганды приоритета сексуальных отношений без всякого определения, что это такое, и с фактическим уничтожением запрета. Этот законопроект остается проблемным. Он сейчас на какой стадии, и что можно с ним делать? Можно сказать следующее, что, по крайней мере, часть депутатов, которые на этапе внесения его поддержали, сейчас отозвали свою поддержку. То есть сейчас под этим законопроектом осталось, если я правильно помню, только подпись инициатора и, может быть, еще один депутат Государственной Думы. Это уже показывает о том, что законодатели начинают понимать, что это не самый лучший шаг, и, может быть, непродуманно они свои подписи ставили, когда они его поддерживали. Я думаю, что нужно продолжать направлять законодателям, в том числе, прежде всего, своим региональным депутатам от каждого региона, письма с требованием отклонить этот законопроект. Насколько я знаю, отзыв на него от профильного комитета по вопросам семьи отрицательный. Есть серьезный шанс, что этот законопроект просто не будет принят, но чтобы этот шанс стал реальностью и стал уверенностью, нужно, конечно, тоже приложить какие-то усилия. Нужно травить своего Милонова. Нужно, прежде всего, проявить общественную инициативу и показать, что людей это волнует. Да, это важно. Значит, следующий такой закон, который внесен в Государственную Думу, который является до некоторой степени проблемным, хотя он немножко более частных вещей касается, это закон номер 447-141-6 о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации. Законопроект внесен законодательным собранием Санкт-Петербурга. И идея его состоит в том, что он меняет вот существующие положения, налагая ограничения на вселение в квартиру лиц, не являющихся близкими родственниками съемщика. Но это проблема больших городов. Это проблема больших городов. И совершенно верно, что сама идея о том, что это ограничение... Во-первых, оно есть, да, оно есть уже в Жилищном кодексе, и просто на данный момент применение этого ограничения... скажем так, опционально, то есть на самом деле, условно говоря, да, управляющая организация решает, дает она разрешение или нет, его предлагается сделать не опциональным, а обязательным, то есть если не близкий родственник и норматив жилплощади там не соответствует, то вселение не давать. Здесь проблема заключается в том, что у нас нету адекватного определения в жилищном праве того, что такое близкий родственник. И здесь, например, та формулировка, которая предлагается, да, ну, например, да, бабушка или дедушка, это может быть не близкий родственник уже, да, то есть близкий родственник, муж, жена, прямая... У нас нет прямого определения в законодательстве. У нас есть в каждом профильном законе свое определение. Угу. И вот формулировка та, которая предлагается сейчас для целей вот этого законопроекта, она, к сожалению, создает риски такие, что будут возникать проблемы, да, со вселением на самом деле близких родственников, да, которые там иждивенцами являются, о которых заботиться нужно. И здесь нужно... Если практический пример, вот какой это может быть, вот так вот, навскидку? Сейчас на данный момент, да, это ограничение не предполагает, например, вселение без ограничений внуков в свою квартиру, да, вселение без ограничений бабушек, дедушек в свою квартиру. Если мы представим себе, что есть, например, престарелый родственник, бабушка, дедушка, которые нуждаются в уходе, да, и их, получается, либо незаконно нужно вселять, да, не прописывая, как бы не регистрируя, либо что, искать какие-то другие варианты. Вот здесь корректировка нужна именно четче определить круг тех близких родственников, на которых эти ограничения не распространяются. Само ограничение понятно, но норма, которая предложена, она, к сожалению, очень сырая. Этот законопроект на данный момент, как я помню, даже не прошел пока первое чтение, поэтому смотрим, как Дума отнесется к нему в первом чтении, готовим какие-то свои предложения. Следующая проблема, вот это очень интересно, он мелкий, казалось бы, законопроект, но он показывает тенденцию. Это законодательное собрание Калужской области внесло законопроект номер 462-374-6, о внесении изменений в статью 24 Федерального закона о безопасности дорожного движения и Кодекс административных правонарушений в целях обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении в темное время суток. Опять, очень интересная ситуация. Да? Это ставит перед нами на самом деле
системный вопрос. И вот какой. Законопроект обязывает родителей наносить на верхнюю одежду несовершеннолетних детей, которые в темное время суток надеваются или в условиях плохой видимости, или на коляску с детьми, светоотражающие элементы, и вводит штраф за нарушение этой нормы. А штраф в отношении кого? Родители, которые не нанесли светоотражающий элемент. Значит, понятно, что замысел-то благой, да, сделать так, чтобы меньше детей страдало. Но вопрос в том, какие средства выбираются для исполнения этого замысла. Да, адекватное средство здесь – это просвещение людей. Это говорит, что можно, да, это сделать, что следует. Что сейчас и делается, на самом деле. А проблема в том, что фактически этот законопроект вот здесь, да, в очередной раз, государство пытается перекладывается, по сути, узурпировать, да, свободу самих родителей, которые должны о детях заботиться, и под страхом штрафа, значит, выбрать, что их дети должны, ну, фактически носить. Да? Должны они носить светоотражающий элемент или нет? А дети там как трактуются? Ну, дети трактуются несовершеннолетние, у нас до 18 лет. 17 с половиной лет ребенок, так сказать, да, оказался на пути у соответствующего спектра. Мы имеем здесь спектра. Проблему какую? Да? Здесь вопрос даже не в том, что замысел-то может быть очень хорошим. Проблема в том, что государство в очередной раз пытается регламентировать частное поведение граждан, частную жизнь семьи, частное поведение родителей, еще под страхом штрафов, да, и решать за родителей, как они должны выполнять свои обязанности. И вот здесь мы четко должны понимать, что на самом деле государство не стоит над семьей. Да, государство не должно находиться выше семьи, оно находится как сотрудничающий элемент, который семье помогает в тех случаях, когда семья сама не справляется со своими обязанностями. Вот этот законопроект, очевидно, эту рамку пересекает. Одно дело, например, ввести, допустим, нормы, направленные на пропаганду подобного рода решений. Это допустимо. Но вот такое решение представляется, скажем, попыткой легкого решения проблемы путем, на самом деле, нарушения фундаментальных принципов. Что называется, с больной головы на здоровую. Но тут еще интересный вопрос возникает. Вот что-то похожее, какие-то штрафные санкции в отношении родителей, существуют ли у нас в административном кодексе в отношении детей, их поведения на дороге и так далее? Нет, это тоже прецедент вообще? У нас существуют штрафные санкции для родителей в ситуации, когда ребенок совершает правонарушение и подчеркиваю, доказано, что он совершил его в связи с неисполнением родителями своих обязанностей по надзору. В отношении именно правил дорожного движения? Но это касается любого правонарушения, совершаемого ребенком. То есть, в принципе, если в советских нормах, предполагалось, что любое правонарушение ребенка автоматически влечет за собой ответственность родителей. А сейчас предполагается, что нужно еще доказать, да, что это правонарушение ребенка связано с отсутствием надзора, да, достаточного, то есть с неисполнением родителями своих обязанностей прямых. И это, в общем, правильная новация, да, правильный ход. Но тут опять возникает очень часто на практике проблема в том, что ведь те нормы, те парадигмы, те подходы к воспитанию детей, которые сейчас очень часто продвигаются, да, в сфере защиты детства, они таковы, что они очень часто лишают просто родителей, на самом деле, рычагов контроля над поведением ребенка. Здесь очень простая, очень простая логика. То есть либо родитель несет ответственность за поведение своего ребенка, но тогда он должен иметь законные полномочия. То есть его родительская власть должна признаваться, и он должен иметь право управлять своим ребенком. Либо если мы обрезаем полномочия, то уж никакой ответственности родитель тогда нести не может. Это несправедливо. Конечно, правильный подход заключается в том, чтобы признавать авторитет родительской власти, признавать полномочия родителей, широкие по воспитанию детей, исходя из того, что родители действуют тогда в интересах детей. Тогда уже имеешь право спрашивать. И тогда, конечно, спрашивать можно из любой ущерб, нанесенный ребенком, в том числе и общественному порядку и общественной безопасности. Это логично. Следующий законопроект, он идет тоже от той же самой Калужской области, законодательное собрание, следующий по номеру 462375/6, он вносит изменения в закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений, известный наш ФЗ-120, и изменение предполагается такое, что в число субъектов профилактики, вот мы знаем, да, там субъекты профилактики — это МВД, это органы опеки, это соцслужбы, достаточно широкий перечень, это вообще образовательные организации и так далее, предлагается внести еще граждан в число субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних. Логика. Речь идет о том, что граждане становятся субъектами системы профилактики. То есть они имеют полномочия
приравненные, по сути, к органам. Не совсем приравненные, да, но тем не менее получают определенное вхождение в эту систему. И здесь возникает, понятно, что это как бы общественные организации, да, подключать, но понятно, логика замысла. Разница есть, общественные организации и граждане. Есть, ну, общественные организации у нас понимаются как объединение граждан, да, но логика здесь понятна. То есть логика, опять-таки, нормотворца, который пытается эту идею продвинуть, она понятна. Нормотворцу хочется, очевидно, вернуть ситуацию, которая, к сожалению, пошатнулась, когда у нас вот был принцип, что чужих детей не бывает, и все заботились о том, чтобы ребенок не попал в беду. Да, и граждан это тоже касается. Но я напомню, что такого рода ситуация, она создавалась вовсе не путем введения какой-то нормы и наделения кого-то специальными полномочиями, да, а путем формирования соответствующей общественной атмосферы. Да. Да. И проблема здесь заключается в том, что если мы, граждан, приравниваем к институциональным органам, занимающимся системой профилактики, да, это создает просто опять те же самые риски вмешательства со стороны в частную жизнь там, ребенка, в частную жизнь семьи и его родителей. И это создает ситуацию, да, вот сбора сведений, потому что мы знаем, сейчас, например, ну, это прямое напоминание ситуации с теми же звонками, так сказать, от соседей, которые происходят в Европе. Там, а помните, здесь в данном случае они у нас происходят. Да, да, да. Но здесь получается, что им придается полномочия, да, то есть подается юридическая сила, сила, да, юридическая рамка. И уже я не просто так звоню, я субъект системы профилактики, да, как бы сосед, который сосед хочет, с полномочиями. Да. Значит, и вот эта ситуация тоже проблемная. Представляется, что решение опять для. Замысел понятен, он может быть хорошим. Решение выбрано ложное. Угу. А каким видится решение этой ситуации в правовом поле? Ну вот как это тогда сформулировать? Решение этой ситуации на самом деле находится не в правовом поле. Решение этой ситуации находится в поле ценностном. То есть в поле создания такой общественной атмосферы, такого поведения, да, в обществе, которое действительно создает вот этот фактор защищенности ребенка от противоправного поведения. И здесь мне кажется, что есть две вещи. Да? Ведь, во-первых, если мы вспомним, как работала эта система даже в советское время, все равно в центре вот этого вот профилактического поведения кто находился? Родители ребенка. То есть, если ребенок что-то не то делает, если соседи обеспокоены, кто-то еще обеспокоен, они прежде всего не в милицию пойдут, а пойдут к семье, пойдут к родителям поговорить. Да? И опять-таки это не вопрос формальных полномочий, это вопрос реальной заинтересованности граждан благом друг друга. К сожалению, сейчас мы имеем ситуацию ведь прямо противоположную, потому что сейчас звонки, например, обеспокоенных соседей, это очень часто соседи обеспокоены просто своим спокойствием, а вовсе не благом этого ребенка или этой семьи. Ну, да, и здесь нужно фундаментально менять именно состояние, положение вещей в обществе, а делать это может сама общественность только, то есть это не делается какими-то указивками сверху и какими-то законодательными нормами. Да. Это нравственный вопрос, и это вопрос того, что нужно, чтобы больше людей выбирало правильную позицию нравственную в соответствии с ней старалось действовать. И здесь мы видим очень большую проблему, потому что когда мы нравственные вопросы пытаемся регулировать на исключительно законодательном уровне, это приводит к тому, что они начинают восприниматься, во-первых, очень формально, а это на самом деле ведет к дальнейшему упадку, к дальнейшей деградации нравственности. Да? А во-вторых, на самом деле они начинают восприниматься в штыки. То есть если обо мне куда-то сообщили родителям моим, потому что обо мне заботятся, это одно. А если это превращается как бы в системное доносительство, это совсем другое. Да? То есть это такой вот своеобразный, получается, антисемейный 37-й год. Да? Ну, у нас вообще получается, что здесь по-хорошему вы затрагиваете проблему границ. Вот, границ нормотворчества, границ юридической, да, регулирование юридическими документами, регулирование жизни и непосредственно в целом, не знаю, ну, духовное. Да, мы с вами даже как-то говорили об этом, что есть, во-первых, разные аспекты, да, есть правовой, есть нравственный аспект. Во-вторых, когда мы ставим какую-то цель благую, мы должны соответствующим образом, сообразно выбирать средства достижения этой цели. И очень часто у законодателей, у законотворцев хорошая цель с отвратительным совершенно решением, да, и это проблема. И третье, что всегда должен быть баланс, да, между какими-то средствами решения проблем и тем, чтобы они не создавали новые, еще более тяжкие проблемы. На самом деле,
древняя мудрость русская по поводу кнута и пряника, да, вот, и она здесь как-то так, мне кажется, ассоциативно возникает. У меня в таких случаях другая древняя русская мудрость вспоминается. Это про дурака, которого заставили Богу молиться, поэтому лоб разбивают. Только, к сожалению, когда это происходит на уровне нормотворческой деятельности, лбы разбиваются чужие, а не свои собственные. Это проблема. И здесь вот еще один пример из этого же ряда. Это законопроект, вносимый депутатом Государственной Думы господином Сердюком, 461-325-6. Это дополнение в закон об основных гарантиях прав ребенка. И он включает запрет, введение законодательного запрета на курение в салонах автомашин, в которых находятся дети. Опять, прекрасный замысел, но, конечно, ребенок в машине, конечно, лучше не курить, мы все это понимаем, да, но вот как представляется реализация, воплощение на практике, нужно совать нос в каждую машину, проверять, есть ли там дети и не курят ли там или что. Непонятно. То есть, либо это чисто декларативная норма пустая, либо предполагается, что нужно совать нос в каждую машину. Я воспринимаю исключительно как декларативную. Либо, да, мы имеем сование носа в каждую машину, а потом дальше еще давайте дома запретим курить, когда там ребенок находится, и будем ходить с инспекциями проверять. Да. Да, еще, значит, ругаться матом. В каждом доме поставим жучок, чтобы, упаси Боже, значит, который будет фиксировать именно кто-то не ругался. И вот это вот как раз пример нарушения баланса. Да? То есть для того, чтобы достичь какой-то как бы благой цели, ну, во-первых, достигать ее должен соответствующий субъект. Если защита интересов ребенка – это задача его семьи, то его родители должны позаботиться о том, чтобы рядом с ним в машине не курили. А не милиционер, дяденька, да, сбоку. Во-вторых, это вопрос баланса. Это моральный вопрос. Да, и баланс между уважением к частной жизни людей и между защитой, как бы, прав ребенка, он в данном случае очевидно нарушается. Да, это очевидно. И вот хотелось бы, конечно, я не знаю, мне, честно говоря, иногда очень странное впечатление возникает. Я не знаю, чем руководствуются законодатели, когда они придумывают, какие бы проблемы им порешать. Потому что мне вот лично кажется, что проблема курения... придумывают на самом деле ради того, чтобы оправдать свое присутствие. Что проблема курения с ребенком в машине, это на самом деле далеко не самая серьезная, не самая актуальная, животрепещущая проблема, которая у нас сейчас есть. И, например, проблема того, что у нас многие семьи живут, да, допустим, ниже уровня бедности, это куда более серьезная проблема, но почему-то она вот настолько системно не решается. У нас там семьи неполные, да, и так далее. То есть, вот. И этот же законопроект, кстати говоря, предусматривает еще внесение в тот же закон об основных гарантиях прав ребенка, да, нормы, которые устанавливают приоритет международных договоров Российской Федерации над национальным законодательством. Не, ну это же у нас вообще полная такая известная спорная статья Конституции, да, то есть в связи с этим уже много-много-много было говорено. Может быть, мы как-нибудь отдельно об этом поговорим. Да. Смысл в том, что уже в Конституции в любом случае эта рамка есть. Никакой необходимости, есть такой принцип в юридической технике, дублирующие нормы. Да? Дублирующие нормы не нужны, их не вводят обычно. Никакой необходимости на самом деле брать и вводить норму, которая дублирует Конституцию, и повторять ее в каждом законе, нет никакой. Да? Другое дело наоборот, вот когда мы вводим нормы, которые защищают права конкретного гражданина от эксцессов, например, правоприменителя, да, или исполнительной власти, тогда имеет смысл повторить норму, дублировать чисто как дополнительную гарантию. Но дублировать общую норму о приоритете норм международного договора над национальным правом, тогда, когда она в Конституции прописана. А какой контекст этого законопроекта и почему возникла эта, ну, в пояснительной записке? Там что-то поясняется относительно? Поясняется, что в законе об основах гарантии, это есть во многих законах, а в законе об основных гарантиях прав ребенка этого нет. Вот, то есть логика для меня странная. Я считаю, что это опять очередной пример, что присутствуют депутаты, которые просто оправдывают. Это пример ненужного законотворчества. Да, я совершенно согласен. Ну и наконец последние два таких. Да, вот эти вот странные законы, они сейчас в какой стадии? То есть, ну, это та же самая стадия. Они внесены, они еще не рассмотрены в первом чтении, и мы как бы можем обращаться к своим избранникам народным в профильный комитет Государственной Думы с требованием, да, с таким избирательским наказом отклонять эти законопроекты или вносить их необходимые изменения. Следующие вот два, и это завершающий наш разговор, два законодательных текста, две инициативы. Это очень, на мой взгляд, проблемные тексты. Значит, один из них внесен депутатом Государственной Думы господином Ниловым, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части установления защиты прав женщин на сексуальных домогательствах.
законопроект номер 467-782-6, но они все черточка 6, шестой созыв. Вот так, если, может быть, наша аудитория не знает, вот эта вот циферка в конце – это номер созыва Государственной Думы, который внесен этот законопроект. Значит, законопроект вносит отдельную статью в административный кодекс, в которых запрещают, налагают штрафы, да, на граждан за сексуальное домогательство к женщинам. Кстати, не знаю, почему только к женщинам. Значит, формулировка такая. Домогательство, то есть нежелательное поведение, приставание сексуального характера, попытка установления интимного контакта, ухаживание, сексуальные притязания в скрытой или явной форме, просьба о сексуальных услугах, прочие словесные или физические действия сексуального характера, совершенные мужчиной в отношении женщины против ее воли, влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей, либо обязательной работы на срок от 80 до 120 часов. Значит, прежде всего мы сразу обращаем внимание на формулировку. Ну да, и мне сразу первое, что вспоминается, это подобная норма, высмеиваемая всегда у нас в стране, в той же американской практике, да? Это много где существует. Уже, все эти нормы вводились всегда. У меня такое ощущение, что кто только не хихикал по этому поводу. Я удивлен тем, что вносит депутат Государственной Думы господин Нилов, потому что обычно вносят эти нормы феминистками, которые предлагают и проталкивают эти нормы, да. Но, во-первых, начнем с того, что вот в мировой практике мы четко знаем, что эти нормы, они, во-первых, отравляют отношения между людьми просто, потому что любой косой взгляд. Да, более того, любое нормальное общение, потом человек поссорился, и решил себя представить домогателем. А второе, конечно, формулировки, которые использованы, они предельно расплывчаты. Значит, сексуальное притязание в скрытой или явной форме. Сексуальное притязание в скрытой форме. Это что, как определяется? Что такое, значит, ухаживание? Вот ну, дверь я открыл, это как? Это странно, дверь перед дамой я открыл, да? Или место уступил в транспорте, как я подлежу штрафу в 30 или 50 тысяч рублей? Лучше 50. Вот. И еще многие коллеги, да, которые читали этот законопроект, о нем, с ним знакомились, они говорят, что, конечно, это полностью противоречит приоритетам демографической политики Российской Федерации. Потому что если... То есть не дает никаких шансов. Но если запретить ухаживание, то очевидно, что у нас будет меньше хороших крепких браков. Потому что обычно именно с ухаживания хорошие браки и начинаются. Да? И вопрос... Нет, вообще вопрос брака, он встает под вопрос. Ну да, и вопрос. Потому что на самом деле непонятно, как тогда в принципе подходить к женщине. А тут, между прочим, не написано, что нежелательное поведение или приставание сексуального характера не рассматриваются этой статьей, если это происходит в браке. Да, то есть, в принципе, исходя из текста этого закона, надо сначала зафиксировать, если к жене ты пристаешь сексуально, это тоже на самом деле подпадает. Здесь нет исключений, да, никаких. Да. Да, и что значит, еще раз повторяю, что такое сексуальное притязание в скрытой или явной форме? Словесные действия сексуального характера, да? Хорошо, если кто-то кого-то оскорбляет, но давайте рассмотреть вопрос об оскорблении. Да? Но вот такую расплывчатую норму, на мой взгляд, она идиотическая. А чем мотивирует, опять-таки, господин Нилов? Тем, что у нас большая проблема, у нас до сих пор это никак не отрегулировано вот во всех цивилизованных странах. То есть, с точки зрения, что во всех цивилизованных странах вот это вот... Я думаю, что автор на самом деле не господин Нилов. Я знаю, что эту норму, вот эту идею законодательную у нас на протяжении целого ряда лет продвигают ряд организаций феминистической направленности, пикеты даже какие-то одиночные проводили эти организации. Смысл здесь, и очень интересна динамика того, как это продвигается. Обычно продвижение этих законов активизируется как бы в каждом новом грантовом периоде. Я ничего не хочу сказать, да, но создается впечатление на самом деле, что как бы речь идет не о защите чьих-то интересов, а о выполнении профессиональных обязанностей. Да. В любом случае, да, это закон феминистической направленности. Это закон, который совершенно не соотносится. У нас в России на самом деле есть своя традиция, да, культуры отношений между полами, своя традиция культуры отношений между мужчиной и женщиной, свои как
как бы социальные регулятивы этих отношений. И речь должна идти, если мы хотим вот, вот такого нежелательного сексуального поведения защищать граждан, ну, во-первых, надо перестать его пропагандировать для начала. Да, для начала, да. Да, то есть... да вот мы, ведь, где мы видим эти приставания сексуального характера больше? Вот я лично вижу их больше не в жизни, где-то в транспорте или на работе, ну, условно, а по телевизору. Телевизор, да? Или в кино, там, а во-вторых, на самом деле, нужно, наверное, возрождать вот эту культуру отношений, да, в обществе. И здесь встает вопрос, очень важный вопрос, это критерий культуросообразности соответствующей нормы. То есть нам предлагаются нормы, выработанные в других условиях, другими людьми, и людьми на самом деле не самыми благонамеренными, потому что мы знаем, что вот это движение феминисток радикально в том виде, в каком оно наблюдается за рубежом, оно, в общем, приводит к разрушению нормальной культуры, нормальной нравственности, и ничего хорошего мы не наблюдаем вследствие этого. Поэтому вот это как с законами, направленными на специальную профилактику семейного насилия, да, специально в кавычках, вот, то же самое и здесь. Ну, будем считать, что если это, как ваше предположение, окажется верным, что это просто грантовая активность, то этот закон не пройдет. Ну, он, по крайней мере, впервые внесен. Вот до сих пор о нем только шли разговоры, так сказать, под стенами Думы, да, а сейчас, вот, к сожалению, уже эти разговоры перешли в саму Думу. Не, ну, в какой-то момент здесь... же нужно не просто проявлять инициативу, в какой-то момент нужно уже и закон внести. Ну, здесь мне просто совершенно непонятно, да, с одной стороны, депутаты единогласно, например, голосуют за закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма детям, который как бы ориентирован в одну ценность. Сторону. С другой стороны, массово достаточно вносятся законопроекты, ориентированные совершенно в другую ценностную сторону. И это получается такая ситуация, как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука», в лучшем случае. А в худшем случае вот эта семейная политика, которая в данном случае играет роль воза, да, которые тянут в разные стороны, она ведь может и лопнуть. Ну, здесь вообще не встает вопрос о том, что законотворцы как бы продолжают логику там, принятого, например, концепции семейной политики. Нет, нет. Они живут своей жизнью. Да? Они существуют в некотором своем абстрактном пространстве, и инициативы с их стороны возникают действительно... И вот... это абсолютно мозаичные инициативы. Да. Они не связаны вообще ни с какой когерентным целеполаганием. То есть, вот опять же, да, встает впечатление, что ну просто вот встает утром депутат и думает, а что бы мне такое отрегулировать бы, отзаконопроектить? Вот. Ну, если, господа депутаты, хочу обратиться, если кто-нибудь нас смотрит, но если вы не знаете, что нужно отрегулировать и какой законопроект нужно внести, вы к нам обратитесь, мы вам подскажем. Но давайте глупостей не делать. Да? Значит, вот позиция такая, что, к сожалению, да, вот это вот стремление каждого или, может быть, не каждого депутата, да, обязательно что-нибудь довнести, создает просто огромные пласты законодательных, таких законопроектных глупостей, которые, с которыми нам потом приходится иметь дело, и некоторые из которых могут дойти до стадии принятия закона и его внедрения, да, в жизнь общества, к сожалению, а потом нам приходится уже с последствиями иметь дело. То есть кому-то нужно просто показать, что он не просто так сидит в кресле, и показать, что он работает, что он законотворец, а нам потом расхлебывать это всему обществу, это, конечно, несправедливо. Несправедливо. Значит, я думаю, что в первую очередь тогда нужно было бы к законодателям и применять эти нормы. Вы говорили вот. Еще и последний да, законопроект, который мы хотели бы обсудить сегодня, стоило бы нам обсудить сегодня, это законопроект номер 527279-6. Он внесен в Государственную Думу депутатами госпожей Музарбаевой и господином Курановым. О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным. Такое ни о чем не говорящее название. Законопроект вносит в процессуальное законодательство и в закон об охране здоровья нормы, связанные с установлением порядка, во-первых, применения медвмешательства в отношении ребенка, необходимого для спасения его жизни, без согласия его родителей или законных представителей, второе, принудительного аборта в отношении недееспособной женщины, не способный выразить свою волю в отношении, вот опять же, как бы по ходатайству ее законных представителей. Значит, хочу напомнить здесь несколько моментов. Когда принимался новый действующий ныне закон об охране здоровья граждан Российской Федерации, туда были внесены вот эти нормы о возможности принудительной стерилизации и принудительного аборта недееспособных граждан по ходатайству законных представителей. В законопроекте они были сначала очень широкие. Последовало возмущение общественности, их сузили.
введя туда формулировку недееспособного лица, не способного по своему состоянию выразить свою волю. И вот этот вот законопроект, он, казалось бы, новую норму никакую в сам закон об охране здоровья граждан на самом деле не вносит. Там уже есть это, да, применение медицинского вмешательства без согласия родителей для спасения жизни и аборты для недееспособных, если они не способны выразить свою волю по решению суда. Но есть маленькая тонкость. Этот закон, он пытается ввести отдельные главы в Гражданско-процессуальный кодекс, создав особый порядок рассмотрения заявлений, да, вот, в таких вопросах, о таких делах. И есть очень интересный момент, когда мы начинаем его читать, мы видим, что он говорит, да, повторяет текст закона об охране здоровья граждан, что в отношении недееспособной женщины, неспособной выразить свою волю по состоянию здоровья. Но нигде в тексте законопроекта нету процедурных деталей, как суд должен определять, способен недееспособный гражданин выразить свою волю или нет. Получается, что если заявление подано, уже подразумевается, что он не способен. Никаких доказательств этого прямых, да, законопроект не требует. То есть здесь фактически создается попытка создания такой процедуры. Вообще мы считаем, что, конечно, принудительные аборты, принудительная стерилизация по решению суда – это нехорошая вещь. Да, это неуважение к целостности человеческого существа, к целостности, к святости человеческой жизни. И здесь, конечно, прямые возникают аналогии с гитлеровским законодательством времен Третьего Рейха, да, когда стерилизация недееспособных, ну, да, проводилась, нет, массово. Шла речь, и я даже напомню, не о стерилизации. И аборты недееспособных. Не столько недееспособных, а не соответствующих. Да, но и недееспособных тоже. То есть некая Евгеника, да, как бы в этом, да, есть. И мы, и, кстати, очень интересно, что ведь какую логику предлагает законопроект в своей пояснительной записке? Это, на мой взгляд, абсолютно людоедская логика, что поскольку, значит, вот безответственно себя ведут недееспособные, они зачинают, рожают, а потом не могут не обеспечивать, не воспитывать, и государственное государство ложится финансовое, значит, то есть опять бремя. Экономическое. То есть получается, у нас как бы проблема с демографией, у нас не хватает детей, а тут у нас, значит, проблема в том, что никто не может оплачивать воспитание этого ребенка, поэтому давайте мы его убьем. А для этого создадим удобную процессуальную норму. Я напомню, что госпожа Музарбаева – это автор целого ряда, на самом деле, проблемных законодательных инициатив, часть из которых вносилась, часть еще не внесена. В частности, именно она двигает, например, законодательные как раз инициативы, направленные на так называемую профилактику семейного насилия. И вот этот законопроект, он, конечно, находится в русле вот тех технологий по контролю народонаселения, по снижению народонаселения, которые мы видим на международном уровне, и которые, ну, как минимум, прямо противоречат, если не вспоминать о том, что они прямо противоречат нравственности и какой-то культуре семейной жизни нормальной, да, и ценностям семейным, то они противоречат прямо, как минимум, демографическим приоритетам государственной политики Российской Федерации. У меня вот всегда большое желание такого рода депутатам, которые продвигают подобного рода законопроекты, просто вот в лоб спросить: а, господа, вы сами-то как к этому относитесь? Вот, то есть у вас-то есть понимание, это, то есть цифра цифрами, экономика экономикой, а вот моральная эта сторона вопроса. Ну, вы понимаете, что вы убиваете человеческое, да, существо, например. Вот правда, да? Честно, вот у меня такое ощущение, что люди как-то в космосе где-то находятся. При этом, в принципе, да, то есть если как бы вот эта норма не введена, и нету особого порядка рассмотрения, это вообще вопрос, тогда суд смотрит на общую норму, что вот по ходатайству имеет право, и, ну, дальше, конечно, он рассматривает, да, это действительно ли лицо не способное выразить свою волю и так далее. Здесь создается процедура, которая очень сильно упрощает. Я еще хочу напомнить, что законным представителем психически больного человека, находящегося на лечении в стационаре, является руководитель стационара психиатрического. Момент нахождения больного в больнице, то есть это создает, а мы знаем, что в прошлый раз еще почему, например, многие люди протестовали против этого, у нас очень распространена в России была, особенно в провинции, практика, когда в целях просто создать себе, ну, более благоприятные условия исполнения управленческих функций, да, руководители интернатов для психдиспансеров, интернаторов для психически больных женщин просто брали и массово, например, стерилизовали их, или массово проводили эти аборты.
никого не спрашивая. Это трагические ситуации. У нас есть примеры уголовных дел, возбужденных тогда по таким ситуациям. А мы создаем ситуацию, когда уголовные дела просто не смогут возбуждаться, потому что формально будет соблюдена норма закона. Да, это тоже вот одна очень серьезная проблема. И если мы даже не будем вспоминать о святости человеческой жизни, о которой необходимо помнить. Потому что, ну, вообще говоря, вот мы говорим о насилии в семье, например. Но как может быть культура удерживать, как может быть культурная норма, удерживающая вот насилие в семье, семью, если считается нормальным убивать неродившегося ребенка? То есть, если убить плод, то есть, если это нормально. Общество, да, то есть, как государство. Самого беззащитного ребенка, да, самого беззащитного. Изначально закладывает вот эти вот нормы. Если мы считаем нормативным, да, актом вот это убийство, то спрашивается, как можно ожидать, что потом у нас не будет насилия в семьях, как можно ожидать, что потом у нас не будет преступлений против взрослых. Ну, то есть, возвращаясь к первой проблеме, что мы, создавая такого рода законопроекты, мы создаем отрицательную фоновую ситуацию. Это переход черты нравственной. Да? И здесь надо иметь в виду, что и с демографической точки зрения, и с точки зрения нравственной, мы, безусловно, должны стремиться к полному отсутствию абортов в России. А это значит, что нужно идти и, с одной стороны, к запрету аборта законодательному, и, с другой стороны, к созданию такой правовой, экономической ситуации, да, когда этот запрет, ну, будет, естественно, нормально, спокойно можно выполнять. Ну, или, по крайней мере, это будет считаться нормой, как бы, в данной ситуации. Ну, или, по крайней мере, да, общество будет отторгать, на самом деле, хотя бы, да, если оно не закреплено законодательно. Но да, общество это... обычно показывает практика, что когда что-то закрепляется законодательно, общество через некоторое время начинает считать это нравственным. Это очень важный момент, и мы должны понимать. Вот здесь очень интересная картина, например, Польши, где в определенный момент 90-е годы, если мне память не изменяет, или в начале 2000-х, запретили аборты почти по всем показаниям, кроме узкого круга медицинских. То есть там в десятки раз снизилось число совершения абортов. И когда проводили опросы, а что вы думаете об этом, об абортах, что вы думаете об этой законодательной норме, вот сразу после введения этого закона и через некоторое количество лет, четко видно, что введение законодательной нормы меняет нравственное сознание общества. И наоборот, соответственно, распространение разрешения абортов, оно как раз, и наоборот, по сути дела, развращает общество. Совершенно верно. Да? То есть мы имеем конкретные примеры, когда в России были после сталинского запрета, да, через вот некоторое время были разрешены аборты, общая политика пропаганды велась такая, что аборт – это плохо. Мы стараемся этого не допускать. Но цифры подскочили, конечно, экспоненциально, когда это разрешение, да, произошло. И очень многие вот говорят, что запрет абортов – это повышение материнской смертности, это нелегальные аборты. Например, но опять мы смотрим, например, той же самой Польши, где, конечно, феминистки кричат, что они якобы 200 тысяч нелегальных абортов делают в год, но это неправда, и это можно доказать очень легко на основании эмпирических данных. То есть мы смотрим на конкретную статистику, а конкретная статистика показывает нам статистику заболеваний и смертей, ассоциированных с беременностью. И вот эта норма смертей, ассоциированная с беременностью, ее обмануть невозможно, да, то есть учет статистический. Если у нас есть вот четкая смерть, она ассоциирована с беременностью, да, это видно, это фиксируется статистически при учете. Если у нас увеличивается количество подпольных абортов, эта цифра возрастает, она ассоциирована с этим количеством, да, это один из факторов, который может влиять. И мы видим, что эта цифра вместе с числом абортов падала вниз все время. Да, в Польше, значит, нету никакой проблемы массовых подпольных абортов. Ну, это все опять лозунги. То есть это все сводится опять так к пропагандистским мифам, а не к реальности. И возвращаясь вот к теме аборта, я хочу тоже напомнить. Вот в свое время международные нормы вводили запрет на применение смертной казни к беременной женщине. Почему? Потому что ребенок, который находится в ней, он не виноват ни в чем. И получается, что сейчас мы, депутат Мурзабаева берет на себя ответственность казнить ребенка за то, что его мать находится в недееспособном состоянии. То есть это вот практика фактически, да, уничтожение ребенка за болезнь родителя. И это, конечно, с точки зрения нравственной, просто вопиющая вещь, которая не должна допускаться в цивилизованном обществе. Вот это вот продвижение абортов, здесь... кстати говоря, продвижение гомосексуальных браков, многих вещей, о которых мы говорим, да, многие считают, что это прогресс, а на самом деле это возврат во времена такого самого матерого варварства. Это возврат во времена, когда считалось спокойным ребенка, который не нравится, просто убить,
когда считалось там спокойно, можно больного человека просто тоже отправить в лес, оставить без еды, как это с эвтаназией происходит, да, где 25%, например, пациентов, которые через эвтаназию проходят в Бельгии, это делается без их согласия и ведома. Вот это минимальная цифра, да, статистическая. То есть мы падаем на самом деле с этими всеми инициативами. Никакой не прогресс, ни при чем здесь права женщин. Это падение в эпоху самого мрачного варварства, которое только было в истории человечества. И в этом смысле вот здесь, ну, как бы вот резюмируя, наверное, то, что вы сегодня мы рассматривали с вами законы, вот общая как бы канва, как мне показалось, заключается в том, что фактически те законодательные инициативы, которые возникают, которые обсуждаются, которые выносятся на обсуждение в Думу, они, ну это мы прослеживаем уже не первую нашу дискуссию, да, они на самом деле ничем не обоснованы, кроме каких-то сиюминутных, по сути дела, да, сиюминутных каких-то мод. Частных соображений. Да, частных соображений отдельных людей, каких-то модных тенденций, которые вот почему-то вдруг обсуждаются. Но это, кстати, это одна из больших проблем современной представительской демократии. Я не понимаю, почему вот на сегодняшний день нету строгого отношения к законотворчеству, как к реакции на действительно реальные вызовы времени. Почему вот ведь существует пояснительная записка, обоснование там, и так далее. То есть это формально выполняется, но по факту мы не видим ни в одной пояснительной записке, которую, тем законопроектам, которые вы сегодня даже перечислили, мы не видим ни статистики объективной, ни нормального научного исследования, которое лежит за этими там, приведенными какими-то доводами, ни какого-то, какого бы то ни было, в принципе, обоснования, которое могло бы быть признано... Скажем больше, да, на уровне государственном, первых лиц государства декларируется постоянно необходимость укрепления семьи, необходимость сделать, чтобы семья была в центре заботы, да, и так далее. При этом какая-либо когерентность мер, принимаемых на законодательном уровне, на уровне очень часто исполнительных органов власти, их соотнесенность с этой целью, она отсутствует напрочь. То есть мы имеем дело с бездумным, хаотическим метанием, очень часто вдохновляемым, на самом деле, какими-то мифами и идеологемами, в основе своей вообще против семьи направленными. Да? Но об этом никто не вспоминает, просто вот сейчас вот нужно это, в общем-то, вдруг. Здесь нужно несколько вещей, да, отметить. Первое, что, конечно, нужно об этом серьезно задумываться, самим властям в первую очередь. И нужно целостно все-таки подходить к этим вопросам, понимать те принципы, которые должны лежать в основе здравой семейной политики и законотворчества в этой связи. Да? Второе. Конечно, большая проблема – это пассивность наших самих людей, наших самих граждан в ситуации, когда принимаются вот такие вот плохие вещи. Большинство людей считает, мы ничего не можем изменить. Mm-hmm. Если уж у нас выборная представительская демократия, если у нас демократический процесс, то нужно сделать так, чтобы… А семья – это центр вообще общество, это то, на чем все стоит. Нужно сделать так, чтобы забота о семье адекватная стала мощным электоральным фактором. Человек нарушил права родителей, предложил плохой законопроект, все, его отзывают сразу, его сразу начинается массовое сопротивление. Так должно быть, да, и нужно формировать такую культуру общественную, которая просто не допустит существования на законодательном уровне, на уровне законодательной власти, законодателя, который принимает нормы, противоречащие реальным интересам общества. Это второй момент, да, и здесь, конечно, вот на общественные организации ложится нагрузка. Ну, и еще раз, и в который раз я могу здесь только добавить, что вот те инициативы, которые все-таки общественники проявляют, да, и когда речь заходит о каком-то воздействии на обсуждение, на то же самое, да, когда все-таки вот возникает возможность высказаться, да, то надо отметить, и я это точно совершенно вот могу констатировать и подтвердить многократными фактами, что на сегодняшний день инициативная реакция общества на какие-то неправильные действия, скажем, тех же законодателей, предложения этих законодательных актов, она слышится. И на сегодняшний день мы видим это многократно, через многократные уже подтвержденные, вот я еще раз повторюсь, что... А может быть, не всегда так хорошо, да, слышите, да, как хотелось. Но в любом случае, голос общественности сегодня воспринимается более серьезно, чем некоторое время назад. Внимательно. Да. Поэтому вот ждать, что за тебя все решат, это абсолютно право, неверный путь. Да? Думать, что твой голос ничего не стоит, это тоже ошибочное мнение. Поэтому мне кажется, что вот...
ну, по крайней мере, вот то, что сегодня мы обсудили, те законопроекты, которые сейчас на рассмотрении у Думы, если мы попробуем, так сказать, проявить свою гражданскую позицию, каждый из нас на своем месте, то... Ну и, конечно, хочется, чтобы наши общественные активисты, общественные организации, да, вот такие активные граждане, они повысили уровень своей грамотности, они понимали, какие есть базовые, научно обоснованные, действительно грамотные принципы семейной политики, чтобы они могли оценить, да, любой шаг и все время говорить просто законодателям, ну, должно быть вот так, так и так, должно быть так, так и так. Если это 100 раз будет повторяться в общественности, если будет звучать на всех углах, будет общим местом, ну, конечно, законодатели будут на это ориентироваться. Он будет уже в рамках находиться. Спасибо, Павел Александрович, за сегодняшний разговор, достаточно подробный. Спасибо нашим зрителям, кто... Смог вытерпеть. Да, вытерпеть и вынес из этого разговора какой-то позитив. И, ведь, может быть, мы сподвигли на какие-то действия. Я надеюсь, что он не будет лишним. И вот в следующий раз, обсуждая законопроекты, уже в следующем чтении или как бы вот результат нашего разговора, мы сможем проанализировать, был ли эффект от того, что мы сегодня с вами тут наговорили. Спасибо. Спасибо огромное.